Добрый вечер, уважаемые преподаватели, студенты и гости. Здравствуйте. Сегодня мы собрались в этом зале в преддверии замечательного праздника, который отмечает во многих странах земного шара День Матери. На свете не существует человека и роднее, ближе матери. Самые дорогие люди на земле – наши милые и любимые мамы. Именно им, матерям, мы сегодня будем дарить самые красивые и нежные слова. Самое прекрасное и самое святое слово на земле – слово «мама». Это первое слово, которое произносит человек. На всех языках мира оно звучит одинаково нежно. На сцене выпускница колледжа Ковалева Дарья. Есть в природе знак святой и вещи, ярко обозначенный в веках. Самая прекрасная из женщин, женщина с ребенком на руках. От любой напасти заклиная, ей душ добра не занимать. Нет, не Богоматерь, а земная, гордая, возвышенная мать. Свет любви издревле ей завещан, и с тех пор живет она в веках. Самая прекрасная из женщин, женщина с ребенком на руках. Все на свете метится следами, сколько б ты не вышивал путей. Яблоня украшена плодами, женщина – судьбой своих детей. Пусть ей вечно солнце рукоплещет, так она и будет жить в веках. Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках. Для вас поет татарский ансамбль «Яшлек», руководитель Пегилова Наталья Николаевна.